И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте в этом ролике сделаем сено, значит, для нашего, как сказать, или фермера, или конюха, именно для лошади, для стойла, где-то там положить, чтобы гору чего-то создать, да? Погнали, как это получится, первый раз делаю, значит, это будет у нас куб, вытягиваем куб, edit, make, polymesh. Делаем Ctrl-D, Ctrl-D, сразу сглаживаем, делаем геометрии, del lower, удаляем divide и делаем, значит, Dynamesh. Так, Dynamesh надо побольше. О, это многовато. Так, значит, так делаем. Ну, 90 пока пойдет. Так, Flur включим. Сразу придадим, значит, внешний вид нашему стогу сена, потому что у меня нет в 2019 версии у меня нет вот этого ориентира сбоку, как он установлен здесь, поэтому как бы он не получился перевернутый. Так, ну и уменьшим его, чтобы он маленький был, потому что потом залетит в блендер, там будет искать его очень тяжело, да? Так, погнали. Так, сток сена есть. Нам понадобится теперь что? Сделать обвязку. Так, делаем обвязку. Как мы ее сделаем? Значит, маскируем вот здесь. Маскируем где-то вот тут. Так, маловато дивайдов. Ctrl-D, Ctrl-D. Так, Ctrl-Z. Наверное, вот так пойдет. А ну-ка, опа. Приблизительно замаскировали. Так, где-то вот так мы оставляем. Сейчас посмотрим, что получится. Так, это дело есть. Вот такая у нее обвязка. Значит, делаем Ctrl-I. Так, или наоборот, Ctrl-I. Попробуем все это дело надуть. А ну-ка, это в деформации. Мой любимый инфлат. Вот так. И шифтом все это дело вот так вот раз. Сразу все размягчим, смажем. Вот таким вот вопросом займемся, да? Так. Получился вот такой вот нестандартный, не очень интересный куб. Так, подгрузим текстурку и попробуем, что получится в качестве эксперимента, да? Рабочий стол, сено. И вот у меня здесь осена. Так, есть вот тюк и есть такой тюк. Ну, давайте вот этот тюк попробуем. Так, есть вот такой у меня тюк. Значит, это Z, отключаем глаз и попробуем как бы вот так вот, наверное, а ну-ка. Так, и текстуру ставим на покраску, и все это дело, ну-ка, X-симметрию включаем, и пробуем, значит, все это дело покрасить, а ну-ка. Угу. Теперь нужно, наверное, все-таки все это дело... Так, я его так не перекручу. Мне нужно Z и перекрутить, значит, мою текстуру. Что-то как-то снизу печально все получается. А ну-ка, вот так ее еще сейчас прибавим. Thank you.
Так, что-то вот так у нас тут понарисовалось, да? Смотрим, как это будет выглядеть у нас в белом фоне. Shift Z. Z. А ну-ка, попробуем перекрутить нашу текстурку. Ага, подогнать ее по краю и... Вот так уже чуть-чуть интересней. Так, а здесь она какая-то темная получилась. О, тенати, вот те здрасте. А ну-ка еще раз вертим, крутим. Так, побольше подкрутим. Так, а ну-ка. Тут тоже немножко, наверное, покрутим, повертим. Посмотрим, что сейчас вообще получится. А ну-ка, так, еще. Так, есть такое дело. И делаем маскинг. Mask B Color, Mask B Intensive. Делаем, значит, этой всей штуки. Так, сильно не надо, наверное. А ну-ка. Ну, в принципе, чё? На сено-то похожу. Но вот эти кубы вроде бы не нужны. Значит, возвращаемся на определенный момент. И пробуем красить тут теперь. Посмотрим. Потом лучше пролепить его как-нибудь. Так, а ну-ка. Так, вот эта штука тоже неинтересна. А ну-ка, вот так попробуем. И вот так попробуем.
Так, ну что-то этакое получилось. Так, повторяем, значит, must be color, must be intensive. Так, теперь, значит, у нас что идет? Деформация, значит, inflate. Как бы сильно много не надуть, да? Ну, чтобы опять же смотрелся более-менее, да? Так, inflate. Так, вот он надулся по всем осям. А вот когда надулся, если его попробовать еще раз покрасить. Так, ну вроде бы сено, да? С гнильцой там где-то. Вот здесь вообще прям хорошо получилось. Так, снимаем маску и делаем еще раз. Masking, must be color, must be intensive. И повторяем еще раз. Деформация, inflate. Ну, я так и скажу, что неплохой исток сена-то. Так, есть такое дело. А вот как теперь веревки ему присобачить? Это вот другой вопрос. Так, веревки можно просто как сделать? Кисточка стандарт. И значит. Да так не прокатит. Так, вот так, если сделаем, раз, два, пускай будет вот так, еще одна. Даже можно Ctrl-Z, просто две веревки вот так сделать и все. Так будет, наверное, лучше. Так, если сейчас мы их сделаем Ctrl-I. Нет. Вот, маскированная, значит, деформацию найдем опять. И попробуем еще раз инфлат только убрать. Ага. Ctrl-Z. Значит, Ctrl-I. Так, и теперь, значит, вот это все дело. Выбираем цвет какой-нибудь, я не знаю, там. Веревка какая, серая, допустим, да? Ставим на покраску. Скульпт выключаем. И, значит, что-то этакое тут малюем. Ну, так-то и неплохой сток сена. Он бы и без веревок бы, конечно, был нормальный, да? Так, ну давайте без веревок сделаем просто сток сена.
Вот так вот. Как будто там веревку кто-то там будет смотреть, да? Главное, чтобы сток сена был нормально. Сейчас на развертке и мал-мал сетку поменял. Так, делаем, что у него тут? Одна полигруппа, делаем дубликат. Делаем ZRMesh, это D-Lower. Делаем ZRMesh пониже полигонаж, прям пониже. Ну, тут normal map, может, сыграет она как-то. Так, и посмотрим сейчас, что получится. Две тысячи полигонов. Ну, для стога сена многовато, конечно. А ну-ка, делаем Ctrl-D, Ctrl-D. И делаем Project Tau. Да. Так, теперь смотрим, сколько он будет на низкополигонаже, да? Вот, видите, какая кака. Ой-ой-ой. Ну, давайте посмотрим. The Plugin UV Master. Word on Clone. Unwrap. Быстро прогналась. Молодца. Копии. Сток сена. Делаем Fast UVS. Угу. UV Map. Ставим текстуры 4К. Текстуры New from PolyPaint. Клон делаем. Текстуры FlipV. Переворачиваем, делаем экспорт PNG. На рабочий стол пока сохраню. Это все будет потом, если сейчас получится, будет в группе. Это значит стог сена. Ох ты, по-английски шпарю, да? Стог сена. Так, и здесь вот обязательно уже normal map. Убираем на первый девайт. И делаем normal map. Который нам потом вот эти вот все поры и даст. Экспорт. PNG, сток сена, normal. Так, теперь сохраняем этот наш сток сена Dell Hidden Export. Так, куда мы его экспортнули, посмотрим, а то искать придется. Так, это рабочий стол. Так, давайте попробуем теперь сделать сток сена сам, да, большой. Так, а ну-ка, Edit Mode, Make Polymesh, теперь со сферы и делаем текстуры. Импортируем сюда текстурку. Так, где она тут находится? Так, делаем ей прозрачность. Так, Z. Отключаем глаз. Теперь ставим, что нам понадобится. Нам понадобится Flur. X-симметрия включена. Обрежем сразу наш вот этот сфер до половины. Сделаем геометрию, сделаем, значит, DynaMesh. Так, теперь что у нас? Получилась вот такая сфера. Получается у нас вот такой вот заготовок. Ну и пробуем его немножко, наверное, растянуть. Так, Mov Topology, попробуем, значит, немножко все это дело попометь.
Ну как-то так-то. Так, и попробуем все это дело покрасить. Кисточка стандарт. Мало полигонов. Ctrl-D, Ctrl-D. Так, 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 так. И, значит, вид сверху. Обязательно. Так, а ну-ка, чтобы не было вот этих вот гнилушек сильных. Вот так хотя бы лучше. Так, что у нас снизу? Чтобы верх не испортить, давайте вот это все замаскируем. Shift-Z. И значит, вот эту штуку побольше. Чуть-чуть поменьше.
Так, ну что-то в этом духе получается. А ну-ка, еще вот здесь вот сейчас. Кантик вот этот проведем мелкий. Во. Так, ну и делаем, значит, что? Delore делаем Dynamesh, Ctrl-Z держим ту же самую 559 тысяч полигонов. А ну-ка. О, нормально. Теперь делаем дубликат. На верхний делаем, так, где у нас тут X-симметрия? О. Делаем Geometry the Remesh. Так, делаем Ctrl-D, 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 Ctrl-D. Побольше полигонаж и делаем Projectile. Это да. Ну, такой блин какой-то получился. Давайте теперь за плагины UV Master. Word on Clone, Unwrap, the плагины копии, the плагины, значит, past. Делаем, сколько у нас тут текстурки будут, UV Map на четверке. Так, текстура Flip VM, переворачиваем для Blender, повторюсь, экспорт PNG, делаем на рабочий стол, это значит сено копна. PNG, сохранить. Так, теперь у нас опять же, значит, нормалка. Экспорт, значит, это сено копна нормал. PNG. Так, и что? Delore и делаем экспорт. Сено. Копна. Так, а где у нас тут текстуры map? Это я какую сохранил? А ну-ка. PNG.
Так, а тут все есть, по-моему, ну да. Так, отмена. Все, погнали. В блендер. Так, это у нас блендер. Что за хуета? Итак, значит, вот такая вот штука получилась. Заменим сейчас, попробуем вот эти вот стога сена. Файл импорт. Так, это у нас Ops, Desktop. О, сначала нужно в папку все это закинуть. Так, сена. Так, вот эти пока мы delete удалим. И файл, значит, импорт опш. Находим сено. Так, это значит сток. Так, теперь Shift D. Перетягиваем, смотрим, чтобы он тут. Shift D тоже подгадываем. Можно чуть-чуть тут оп, наклонить как-то его. Делаем Shift D. Засовываем вот так как-то боком я засовывал, значит, G. Так. Shift D. Так, смотрим, как они тут легли. О, эти четко подошли. Зашибись. Так, все это дело выбираем. Делаем Ctrl-J, объединяем. Тройка на нампаде привязываем к нашей карете, к этой к тачке Ctrl-P. Вот это Object Keep Transform. Так, все тут вот трепыхается, все, мужик везет сено. Так, и на дальний план кинем сток сена. Копну. Импорт, значит, опш. Сено копна. Ну, так вот для общего плана, да, вроде бы ничего, симпотно будет. Тут еще поставить какие-нибудь, ну, такие вот стога там мелкие поналожить или еще что-нибудь. Ну, да, оформить можно, значит, поле, да. Или, допустим, конюшню тут поставить, она уже веселее будет. Так, ну, вот такая штука. Вот такой у нас эксперимент. Так, сейчас на картинку
На главную нужно засобачить. Тут будут еще палки повтыкать. Вообще будет милое дело. Вот эти, которые торчат, значит, сверху вот эти трезубцем, да? Давайте попробуем. Так, это Shift A. Mesh добавляем. Цилиндр. Цилиндр делаем S. Уменьшаем. И вытягиваем. Делаем S. Так, G. Так, единица на нампаде. И давайте чуть-чуть тут, значит, Shift D. R перекрутим. Как-то вот так она, да? Так, теперь Shift D. Как-то ее вот сюда. Ну, одну больше, одну меньше, чтобы не так все это симметрично было. Чуть одну в бок можно увести. Вот так вот. Маловато она будет, да? Shift D еще одну можно добавить. А тут их понавтыкать можно, мама не горуй. Так, и значит объединяем эти палки все. Так, какая-то пониже, наверное, должна быть. Ну, не так, чтобы они прям раз выпирали все. А ну-ка, это как-то в эту сторону побольше. Ну, нормально. Ctrl-J объединяем и назначаем им материал какой-нибудь серый, такой коричневатый, да? Угу. Потемнее. Ну, так как-то. Так. Ну, что-то в таком духе. Осталось добавить вот это вот, значит, как бы поле, наверное. Или конюшню, повторюсь. Добавляем конюшню, коней, ангары, там вся родня будет. Вот тебе уже ферма. На дальний план что-нибудь раскидываем. Нормальные тюки сена. Смотреться, я думаю, вот если мультфильм будет, да прям нормально. А ну-ка, давайте посмотрим, как вот это вот все дело выглядит. Ну, спереди тоже неплохо. Это значит текстуры, не текстуры, это у нас шейдинги. Так, и посмотрим, что нам можно сделать. Давайте вот этому тюку подключим Normal Map. Добавляем, значит, текстура Image Texture и добавляем Normal Map. Normal Map. А ну-ка. Так, а ну-ка, что получится? Так, это конь. Сено. Non-color. Так, а ну-ка, color RGB поставим. Вроде бы нормально.
Так, нормалька, значит, 1000. Так, и вот это самое то же самое. А ну-ка, вот это вот скопируем. Копии, а вот этим сюда паст. И подключим. Только поменяем нормалку. Так, нормал копна, а это сено. Так, а ну-ка, где она тут находится? Попробуем перевернуть, значит, Flipweb вертикал. И попробуем сохранить, значит, сейв. Image сейв. И попробуем подключить. Так. Что-то я тут не вижу больших изменений. А ну-ка. Non-color. Ну так, в принципе, неплохо сдалека выглядят. Так, единичку ставим. Можно еще сделать им вот эти рафнесы, спекуляры, и будет еще получше. А ну-ка, рафнес. Слишком светло будет, а ну-ка, ну, наполовину рафнес. Ну, вот текстуры 4К уже вот у меня прям тяжеловато. Хотя качество на 2К нормально. Вот так вот. Так, ну вот такой вот результат. В принципе, неплохой. Сено нормальное. Стог вроде тоже неплохо выглядит. Вот такая информация. Все, всем пока. До свидания.